Ленинграде состоялся очередной международный пушной аукцион. Ближайшие соседи, финны, прибывают на торги на собственных автомашинах. А представителям некоторых стран приходится приезжать порой с другого края света. И все ради этих драгоценных шкурок, ведь русские меха никогда не выходят из моды. Какой партии голубых песцов отдать предпочтение? Это волнует сейчас супругов Наппари из Финляндии. Владельцы крупнейших американских меховых фирм, как правило, сами участвуют в аукционе. Они одни из старейших клиентов. Представитель Румынии заинтересовался партией белых лисиц. Госпожа Корнелиус собирается, по-видимому, увезти с собой в Австралию русскую норку. Но все это решится не здесь, а в аукционном зале. Очередная партия меха поступила в продажу. Начался торг. 20-25, кто больше подходит, 20-50 налево от меня. 20-75, 21 доллар, 21 доллар, кто больше, господа. 21-25, 21-25, кто больше, последний раз. 21-50, 21-50, 21-50 наверху, кто больше, последний раз. 21,50. Отто Вамбах из Англии взял эту партию меха. Женщины во многих странах и в этом году оденутся в русские меха.